Дорогие друзья, я приветствую всех вас, всех, кто собрался сегодня в Лужниках. Это уже не Лужа, как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые Лужники, которыми мы гордимся. Всех приветствую, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию. Но хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится. Всех наших сторонников на всей территории нашей огромной страны. А таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы. И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо. Потому что вместе мы команда. Мы команда, да? У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети. И будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? Дорогие друзья, здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. И мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша чемпионата, после выигрыша медалей Олимпиады, пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Поехали! Россия! Все времена, солнце,
Спасибо вам большое всем за поддержку. Храни вас Господь. Давайте еще раз, все вместе, лужники! Россия! 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 Лужники! Россия! Россия! Ну что, друзья, нас здесь 80 тысяч человек, и вас так отлично слышно. Привет, лужники, спасибо! Друзья, ну это было просто потрясающе, но ведь наш праздник продолжается. Настроение прекрасное, так дружно. Спели гимн, мы вместе, друзья. Что может быть лучше? Большая, великая страна. Давайте запомним.